Добрый день, меня зовут Анастасия. Сегодня хочу показать вам кеды для девочек итальянского бренда Geox. Верх модели выполнен из натуральной кожи теленка, прочного и эластичного материала. Поры натуральной кожи прекрасно пропускают воздух и дают ногам дышать. Ноги не будут перегреваться, станут меньше потеть. Лаковая вставка на мыске выполнена из искусственной кожи. Мягкий ворот поддержит ногу и будет комфортно облегать щиколотку. Две широкие застежки-липучки легко и быстро расстегиваются. Они надежные и долговечные. Ребенку будет просто надевать и снимать обувь самостоятельно. Подкладка из ткани приятна на ощупь. Стелька из натуральной кожи безопасная. Она препятствует появлению мозолей. Ноги на ней устают не так быстро. Стелька съемная. Ее можно вынуть и просушить или заменить на новую. В конструкции этой пары есть карман. Так называют вставку в пяточной части подкладки. Она предотвращает остирание пятки, а благодаря своей бархатистой поверхности не дает ноге скользить во время ходьбы. Стопа ребенка лучше зафиксирована. Толстая подошва из резины прочная и долговечная. Она неприхотлива в уходе и устойчива к стиранию. В производстве модели использована технология Respira. Внешняя часть подошвы с перфорацией в ней сочетается с кожаной стелькой и специальной мембраной внутри обуви, проницаемой для воздуха, но не для воды. Благодаря этому стопы будут меньше потеть, ощущая абсолютный комфорт. Предложите ребенку сочетать эту пару в стиле casual с элементами уличного спорта с трикотажными штанами и футболкой. Ее также можно надеть шортами или джинсами, дополнив свитшотом нежного пастельного оттенка. Кеды подойдут для прогулок на улице и в качестве сменки для детского сада и школы. Девочки обязательно оценят блестящие вставки и кожаные цветочки, которые украшают пару. Подарите ребенку комфорт вместе с его новой парой Geox.